Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Сегодня у нас с вами гороскоп на 6 июля 2020 года. И по традиции мы начинаем с лунного календаря. Сегодня 15 и 16 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Козерог. Сегодня время заняться домашними делами и уделить внимание семье. Вопросы воспитания детей могут быть решены легко и с великолепным результатом. Сегодня следует отказаться от проявления агрессии и избегать участия в спорах. Выяснение отношений лучше отложить на другой день. Далее, друзья, у нас с вами общий гороскоп на 6 июля 2020 года. Сегодняшний день приносит много идей. Эти идеи смелые и даже очень оригинальные, но они порой имеют очень далеки от реальности и требуют критической оценки. Поэтому лучше не торопиться с осуществлением задуманного. Особенно это важно, когда речь идет о планах, требующих больших вложений. К сожалению, есть опасность, что все силы будут потрачены зря. Сегодня можно добиться успехов в учебе, причем заметный прогресс возможен даже в тех дисциплинах, о которых вы прежде имели лишь приблизительное представление. Сегодня будет шанс познакомиться с людьми, разделяющими ваши интересы, и вместе с ними заняться работой над каким-то увлекательным проектом. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для каждого знака зодиака, и мы начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, вы сегодня нетерпеливы и стараетесь как можно быстрее получить желаемое и не на шутку раздражаетесь, если этого не происходит. Часто от вашего гнева страдают люди, которые ничего общего не имеют с его причиной. Но если вам удастся совладать со своими эмоциями, вы увидите интересные возможности, которые открывает этот день для вас. Например, у вас сегодня будет шанс узнать именно то, чего вам не хватало для профессионального успеха. Можно найти союзников, при поддержке которых удастся осуществить важные планы. Однако нужно иметь в виду, что окружающие не всегда помогают вам бескорыстно. Далее гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые тельцы, хоть и не без труда, но вы сможете преодолеть преграды, которые сегодня возникают на пути, и достичь поставленных целей. Возможно, сегодня неожиданные деловые предложения, обещающие скорый карьерный рост и значительное увеличение доходов. Будьте готовы экспериментировать, а в некоторых случаях и идти на риск. Проверенные надежные методы сегодня малоэффективны. Если и с их помощью и можно достичь каких-то результатов, то гораздо позже, чем это нужно. Не исключены сегодня и незапланированные поездки, они сложатся сегодня удачно. Далее гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, события этого дня заставят по-иному взглянуть на многие вещи, а также на людей, которые вас окружают. Некоторые близнецы поймут, что пора менять свою жизнь и начнут с повседневных привычек, которые мешали двигаться вперед. Сегодня будет возможность без лишних сожалений и сомнений избавиться от того, что стало ненужным, расчистить себе путь к новым целям. Не упустите шанс научиться чему-то полезному и перенять чужой опыт. Постарайтесь найти применение своим талантам. Это будет полезно и вам, и будет полезно окружающим. Далее гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, сегодняшний день отличается сложным эмоциональным фоном. Трудно будет поладить с окружающими, и не исключены конфликты даже с самыми близкими по духу людьми. Старайтесь не разрывать давние связи, сохранить доверительные отношения с теми, кто вам дорог. Чтобы добиться успеха в делах, нужно сосредоточиться на них и отбросить посторонние мысли. Если это окажется вам по силам, вы справитесь даже с трудными задачами. Не торопитесь, обращайте внимание на мелкие детали. Они важнее, чем может показаться на первый взгляд. Нежелательно сегодня давать обещания, особенно тех обещаний, которые касаются денег. Далее гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, у вас сегодня насыщенный и плодотворный день. Вы энергичны и настойчивы. Не отказывайтесь от задуманного, даже если обстоятельства складываются неблагоприятно. Многие преграды можно устранить с пути, если пойти на хитрость и воспользоваться каким-то оригинальным и непривычным для других методом.
будет возможность взяться за новое перспективное дело. Оно окажется непростым, но многому вас научит и поможет обзавестись полезными связями. Вы нравитесь людям, и окружающие охотно имеют с вами дело. Также сегодня не исключены и романтические увлечения. Далее гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, будьте внимательны к своим переживаниям. Если что-то тревожит вас и не дает покоя, постарайтесь разобраться, в чем же дело. День подходит для решения личных проблем и дает шанс преодолеть внутренние преграды, справиться с волнением и тревогой, которые мешали двигаться вперед. Не исключено, что вам напомнят о каких-то старых ошибках. Это не так уж плохо, ведь вы найдете способ их исправить. Тут пригодится то, чему вы научились в последние дни. Привычная работа дается труднее, чем обычно, но вы все же достойно справляетесь с ней. Далее гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, появится шанс достичь давно поставленных целей. Вы его не упустите. Для реализации задуманного может вам потребоваться много сил, но это вас не смутит. Вы готовы не только всю свою энергию направить в это русло, но и чужой воспользоваться. Тут важно не терять чувство меры. Если вы будете помнить только о своих интересах, то рискуете нажить себе врагов. Вероятен успех там, где дело касается денег. Многие весы заключат сделки, которые вскоре принесут большую прибыль, или договорятся о выгодном сотрудничестве. Возможны также сегодня и удачные покупки. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, у вас сегодня спокойный и благоприятный день. Он хорошо подходит для решения финансовых вопросов. Тут вы не позволите ввести себя в заблуждение, не упустите ничего важного. Также сегодня не исключен прогресс в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил. Наконец станет ясно, как нужно действовать, чтобы добиться нужного результата. Будет шанс решить бюрократические проблемы и вовремя подписать важные документы. Некоторым скорпионам пригодятся старые связи. Например, давние деловые партнеры могут предложить вам что-то даже и интересное. Далее гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, сегодня у вас появляется много оригинальных и интересных идей. Окружающие не сразу, конечно, оценят их по достоинству, так что поначалу воплощать задуманное в жизни придется вам самостоятельно. Но вскоре вам станет ясно, что вы на верном пути, и тогда желающие помочь сразу подтянутся. Отношения, начинающиеся как деловые, могут получить романтическое продолжение, но тут все будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу. Вы много помогаете и близким, и мало знакомым людям. Старайтесь не отвечать на просьбы отказом. Люди, которые прежде недооценивали вас, изменят свое мнение. Далее гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые козероги, сегодня трудно будет сосредоточиться на делах, даже если исход их для вас очень важен. Отвлекают не только разговоры, сколько неприятные мысли, переживания и истинная причина, которая вам не до конца понятна. Некоторые козероги тратят слишком много времени на воспоминания и анализ событий далекого прошлого. Хотя полезнее было бы сосредоточиться на настоящем. Могут оказаться полезными беседы с женщинами. Есть шанс сегодня получить неожиданные, но точные подсказки. Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Лучше не заключать сегодня сделок. Они, к сожалению, не оправдают ваших ожиданий. Далее, друзья, у нас гороскоп для знака зодиака Водолеи. Уважаемые водолеи, многие важные вопросы решаются сегодня удачно, и часто это происходит почти без вашего участия. Некоторые водолеи завяжут полезные знакомства, встретят людей, которые помогут справиться с профессиональными проблемами или вам подскажут, что стоит предпринять, чтобы подняться по карьерной лестнице. В личных отношениях едва ли возникнут серьезные проблемы. С близкими можно обсудить какие-то важные вопросы, удастся найти решения, подходящие для всех. Вечер подходит для приема гостей и небольшого семейного праздника. Далее гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые рыбы, вы склонны волноваться по пустякам и считать любую неудачу почти катастрофической. Окружающие пытаются подбодрить вас, но вызывают только раздражение. Вы очень чувствительны и ранимы, и в самых невинных замечаниях посторонних порой находите тайный неприятный смысл.
Поэтому не стоит браться за новые дела, особенно если они требуют творческого подхода, фантазии, пока ваше настроение не изменится. Полезными будут сегодня отдых и смена обстановки. Если есть возможность отправиться в небольшую поездку, то стоит сделать именно это. Друзья, вот такой у нас гороскоп с вами на 6 июля 2020 года для каждого знака зодиака. С вами, как всегда, был наш канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. У нас постоянно новые интересные видео. Ну, сейчас мы с вами прощаемся и услышимся, друзья, в следующем видео. Пока-пока!